Данное видео, это ссылка сейчас появится, аннотация, где вы сможете перейти и посмотреть курс на страницу spb-tut, методика изучения Python, методика моментального изучения. Значит, данная методика не заменяет собой полного изучения Python, она в свою очередь делает следующее. Показывает подводные камни, сейчас перемену, и формирует правильный угол зрения для быстрого и качественного изучения. Пожалуйста, переходите и смотрите курс. Пришла одна девушка, сказала, что ранее я этого не замечала. Есть и другие курсы по всем типам данных. Это уже для участников школы. Эти курсы вы легко найдете в плане номер один, когда войдете, они сразу сверху, в плане номер один. Внимание, кто плохо знает Python, перед началом изучения смотрим эти курсы, чтобы быстро понять, а потом уже начать учить. Успехов!